Блин, надо налобное крепление и GoPro-шку. Вот это будет классно. У меня GoPro-шку дома, по-моему, батарейка. А в идеале еще на видосы не, ну, не только музыку подставлять, а какие-нибудь комментарии. Ну это следующее. Разговаривать. Ну вот, пришла и моя очередь замочить ножки. Ой, Слава, идёт-то лишь вон. Я уже залез. Ну да. Ох, блин!
ну вот, вот здесь вода, вот это бревно вот так вот сюда воде. А сейчас мы вот так проходим. Дай девушке сандаль. Саш, помнишь же? Вот так вода. А теперь что? Давай я пощёль. Сказал бы раньше. Я долго знаю. Я наоборот проходы стараюсь снимать, как мы это. Я думаю, что никто не будет смотреть часовой. Кроме нас. Мы пришли к знаменитому теснинам и шахту Брексая. Сейчас сентябрь месяц и очень много воды. А вот весной или в июне, вот посмотрите, вот эту линию, вода поднимается как минимум еще метр на два. И вот те бревна, которые были впереди, их все отнесут оттуда. Поэтому попасть здесь, находиться весной или в дожди, я не позавидую. Вот сейчас Слава пройдет как раз длинным проходом и увидит, почему. Слава не заснял ценный видеоматериал, потому что он снимал себя. Ну сейчас Слава не изгон. Вон, перейди вперед, и сейчас Слава покажет, как раз. Смотри, наверх мы камень перейти. Вот это все в воде. Тут метров за 4 на 5 вода пустит. Ущелье мрачное, холодное. Садить надо его. Давай мне ногу. Как мы видим, весной здесь водичка серьезная. Да, вот эти всякие поваленные деревья, камни придают определенную обстановку какую-то. We'll be right back.
попали на штраф, надышались бензином, шатали илону, намокли все ноги, появился нахуй, нам вообще сегодня повезло. Давай я пощель.